Иисус воскрес! Слава Богу! Иисус воскресне! Сегодня все идут к своим родственникам, да? Не всички ходят до роднините си, нали? Атеисты, верующие в эволюцию, идут в зоопарк сегодня, пошли уже. Атеисты, которые верят в теорию Дарвина. Атеисты отидуха на расходка в парка. Уже пошли в закыт, в зоопарк. Да, к своим родственникам. Присвоите роднине маймуните. Мертвые пошли к мертвым на кладбище. Мертвите отидуха при мертвите на гробище-то. Я не смеюсь сейчас, потому что я таким был. Аз не се присмеем на тези хора сега, защото и аз бях такъв. Я тоже верил в эту глупую теорию эволюции. И аз също вярвах в тази глупова теория на эволюцията. И ходил в зоопарк. Също ходих в зоопарка. Думал, что обезьяны это, ну, мои прабабушки и прадедушки. И си мислех, че маймуните са моите прабаби и прадедовцы. И тоже ходил на кладбище и посещал своих родственников ближайших. И също ходих на гробищата да посещавам починалите си роднини. Но слава Богу, я поверил в Иисус Христа. Но слава Богу, аз повярвах в Иисус Христос. И теперь я Божие творение. И сега съм Божие творение. И теперь я Божий сын. Сега съм Божий син. Скажи, я сын Божий. Кажи, аз съм Божий син. Скажи, я дочь Божия. Кажи, аз съм Божия дъщеря. Я больше не внучка обезьяны. Аз не съм повече внучка на маймуна. Мы, может быть, и умрем. Може и да умрем. Но мы обязательно воскреснем. Но обязательно ще воскреснем. Потому что Христос воскрес. Защото Христос воскресна. Скажи аминь, если согласен. Кажи аминь, ако си согласен. Сегодня у меня короткая пасхальная проповедь. Днес има много кратко великденско послание. Да, правильно. Много кратко, да, Йордан. Много кратко. Я очень буду стараться. Аз ще се старая много. Потому что проповеднику это очень тяжело, практически невозможно. Защото за проповедниците много тяжко да бъдат кратки, практически невозможно. Ну, я проповедовал уже три пасхальные проповеди. Но аз вече проповядвах три великденски проповеди. Да, вы можете на Ютубе посмотреть проповедь «Доверять ли...» Можете да видите в Ютуб проповедта. «Доверять как Иуде или как Иоанн». «Доверявам си като Юда или като Иоанн». Вторая проповедь «Три святых помазания Нового Завета». Втората проповедь «Три святи помазания на Новый Завет». И третья проповедь «Не пропусти свою Пасху». И третата проповедь «Не пропусни своята Пасха». Сегодня тема моей проповеди. Днес темата на моята проповедь. Бескомпромиссный пасхальный агнец. Е бескомпромисното пасхално агне. Аллилуйя. Я открою первое место. Отварям първото място. Оно написано в послании к филиппийцам. Първото място и послание към филипяни. Третья глава. Третья глава. С третьего стиха. Третий стих. От третий стих нататък. И я буду читать, на проекторе вы можете читать на болгарском языке. Я читаю на русский, на проекторе можете да читать на болгарский. Вот, сейчас как раз без 12 я должен закончить. Кам 12 трябва да свърша. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Это пишет апостол Павел. Така пише апостол Павел. Пишет откуда? Пишет. От... Это какое послание вообще? Кто какое знает? Послание това изобщо? Някой знае ли? Это тюремное послание. Това е послание от затвора. Апостол Павел писал его из тюрьмы. Апостол Павел го е написал в затвора. И теологи называют его самым радостным посланием апостола Павла. И теологи называют това послание най-радостното. Представьте себя в тюрьме. Представьте себе затвора. Не очень хорошие условия. Не много добрые условия. Ну, чаще всего не очень хорошо кормят. Преди всичко не хранят много добре. Но апостол Павел там умел радоваться. Но апостол Павел и умел да се радва точно там. И написал самое радостное послание. И е написал най-радостното послание. Хотя кем он был? Вопреки всичко, кой е бил той? Давайте мы прочитаем об этом. Дайте да прочтем за това. С 5 стиха. 5 стих. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией,
по правде законный непорочный, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Воскресение мертвых еще нужно достигнуть. Воскресение-то от мертвите все еще требовало да се постигне. Читаю дальше. Читаю по-нататок. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего вы достигли, так и должны мыслить, и потому о правилу жить. Аминь. Очень важное место, очень важный стих. Много важное место, много важен стих. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос? Няма ли да достигна съвършенство, както и Христос е съвършен? И спроси сегодня у себя, а каким образом Иисус Христос достиг сердца апостола Павла? И днес питам, по какъв начин Иисус Христос стигна до сърцето на апостол Павел? Как Христос достиг лично моего сердца? Как Христос стигна до, лично до моето сърце? Как мне достигнуть Его, Иисуса? Как аз да постигна, достигна до Него, до Иисус? Знаете, наверное, это выражение, да? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Да, Олег? Знаете, това изречение. Лош е този войник, който не мечтает да стане генерал. Вы хотите стать Божьими генералами? Вы искате ли да станете Божьи генерали? Ну, кто не хочет, правда? Кой не иска? Ну, в этом должна быть наша ревность. За това трябва да ревнуваме. Я хочу сказать, в этом сокрыта первая любовь наша. Това е скрита и нашата първа любов. Первая любовь к Иисус Христу. Първата любов към Иисус Христос. Если я к этому стремлюсь, ако аз се стремя към това, то у меня есть шанс. То аз имам шанс. Если я ни к чему не стремлюсь, ако аз не се стремя към нищо, у меня никакого шанса нет. Аз нямам никакъв шанс. Потому что под лежачий камень вода не течет. Подлежащий. Защото на подлежащ камък вода не тече. Точно така, да. И сегодня именно об этом. Вот как... И днес именно за това. Достиг лично меня Иисус Христос. Ще говорим, как Христос стигна лично до мен. Я не знаю, как он достиг апостола Павла. Аз не знам как, по какъв начин той е стигнал до апостол Павел. Могу только предположить. Мога само да предположа. Апостол Павел... Апостол Павел, бывший Савл, бывший Савл, да, фарисей из фарисеев, фарисей от фарисей, член высшего Синедриона, член на высшего Синедрион, достигший высшего уровня власти, достигнал высший уровень на власть, высшего ниво на власть в Израиле, в Израил, римский гражданин, имеющий римское гражданство. Имащ римское гражданство. Редко кто из евреев имел римское гражданство тогда. Много малко от евреите са имали римское гражданство. Его можно было купить за большую цену. То се и купувало за много голяма цена. Но Савл, он родился в нем. Но Савел се и родил като такъв. То есть он был из очень благородного рода, высокого рода. То есть той был от много благороден, високо поставен род. По идее... Он имел дипломатическую неприкосновенность. Всъщност той имал нечто като дипломатическая неприкосновенность. Когда его один раз схватили, когато веднъж се го хванали, и хотели его побить палками. И искали да го бият с пръчки. Помните этот момент? Помните ли този момент? И римский сотник узнал, что это римский гражданин перед ним стоит. И когато римският съд е разбрал, че пред тях стои римский гражданин, и он побледнел. Те са побледняли. Он испугался. Те са се изплашили. Потому что наказать римского гражданина палками. Защото да накажешь с пръчки римский гражданин. Ну вот так, позорно, как собаку.
така позорно, като куче. Но это было бы чревато, ну, очень серьезным наказанием. Това би било, би довело за тях много сериозно наказание. Вплоть до смертной казни. Включително и смъртно наказание. Потому что тогда считалось посягание на римского гражданина, это все равно, что было посягательство на императора. Защото тогава да посегнеш на римски гражданин се считало като това да посегнеш на императора. Савел учился у ног Гамалиила. Савел се учил в краката на Гамалиил. Ну, на те времена это было самое высочайшее образование. В тези времена това е било най-високото образование. И можно еще продолжать. И може още много да продължим. И вы знаете, апостол Павел встретил Иисус Христа лично. Но знаете ли, апостол Павел и срещнал Иисус Христос лично. Самым невероятным образом. По най-невероятен начин. По дороге в Дамаск. По пътя към Дамаск. Когда он ехал туда для того, чтобы что? Когато отивал нататък, за какво? Чтобы брать, хватать там христиан. За да залавя християни. Сажать их в темницы. Да ги хвърля в тъмница. И он уже имел такой опыт. И вече имал такъв опит. Был опытный. Был много опытен. Он уже сажал христиан в темницы и заставлял их хулить Святого Духа. Вече е хвърлял християни в тъмница и ги е заставил да хулят Святия Дух. То есть заставлял делать их самый страшный грех. Заставил ги да вършат най-страшния грех. И вот с такой целью он ехал в Дамаск. И точно с такава цел той е отивал към Дамаск. И встретил Иисус Христа. И среща Иисус Христос. И книга Деяний говорит о том, что он ослеп. И книгата Деяния казва за това, че той ослепява. Я думаю, что он ослеп от такой Божьей славы. Аз мисля, че той ослепял от такава Божия слава. И он получил слово, что идти туда, оставаться там. И той получи слово, да отиде еди къде си, да остане еди къде си. И такой-то человек придет к нему, возложит на него руки, он получит исцеление. И някакъв човек ще дойде при него, ще му положи ръце и той ще получи исцеление. И так оно и случилось по словам Иисус Христа. И точно така се е случило, според думата на Иисус Христос. Амин или не амин? Амин. И вы знаете, вот с какого-то момента апостол Павел начинает водиться Иисусом Христом. И знаете ли, от някакъв момент апостол Павел започва да ходи с Иисус Христос. Начинает с ним разговаривать. Започва да говори с него. Начинает получать от него откровения. Започва да получава откровения от него. И все послания, которые мы сегодня читаем. И всички послания, които четем днес. Это треть Нового Завета. Това е една трета от Новия Завет. Это личное откровение, полученное апостол Павла от Иисуса Христа. Това е лично откровение на апостол Павел, получено от Иисус Христос. И это Божья слава. И това е Божия слава. Человек, который лично не знал Иисуса Христа при жизни. Човек, който лично не е познавал Иисус Христос. Который ненавидел Христа. Който и ненавиждал Христос. Ненавидел христиан. Ненавиждал християните. И готов был убивать христиан. И бил готов да ги убива. Уверовал в Иисус Христа. Повярвал в Иисус Христос. Почему? Защо? Иисус Христос вошел прямо в его сердце. Защото Иисус Христос е влязал директно в неговото сърце. И Савел пережил его любовь. И Савел преживява неговата любов. И знаете, любовь, она как доказывается Богом? И знаете ли как се доказва любовта към Бога? Бог свою любовь доказывает тем, Бог доказва своята любов с това, что Христос умер за нас, че Христос умря за нас, когда мы были еще грешниками. Още когато ние бяхме грешници. Вот Савел еще был вот таким убийцем, фарисеем. И Савел бил такъв убиец, фарисей. И в этот момент его коснулась любовь Иисуса Христа. И в този момент го докосва любовта на Исус Христос. И кроткий голос, который он услышал. И кроткият глас, който той чува. Савел, Савел. Савле, Савле. Зачем ты гонишь меня? Защо ме гониш? Ты идешь против ръжна. Ти вървиш против ръжена. И Савел пережил такую невероятную любовь. И Савел преживява такава невероятна любов. Что оставил все. Че оставил всичко. Вы даже не можете себе представить сегодня, на сегодняшний день. Даже не, в днешно время ние не можем да си представим, что оставил Савел. Какво точно е оставил Савел? Оставил свое римское гражданство. Оставил своето римско гражданство. Оставил свое членство в высшем Синедрионе. Оставил своето членство в Висшия Синедрион. Исторические факты говорят о том, что у него также была жена.
из высшего общества. Исторические факты казват, че той имал жена от висшето общество, которая не захотела с ним идти за Христом, която не е поискала да отиде с него. И он след Христос, он оставил и жену, то оставил и жена си, и принял решение больше никогда не жениться. И приема решение никога повече да не се жени. И оскопил себя ради Иисуса Христа. И се скупил заради Иисус Христос. Понимаете, что значит скопец? Разбирате ли какво значи скупец? Это не капец. Това не е край. Это скопец. Оскопил себя, это значит, дал обет Богу больше никогда не жениться. Да скупи себе си означава, че е дал обет на Бога никога повече да не се жени. И в этом послании он именно об этом пишет. И в това послание той пише именно това. Да и все почитая за сор ради превосходства познания моего Господа Иисуса Христа. И всичко считам за нищо, за да познавам мой Господ Иисус Христос. Вот это апостол Павел. Това е апостол Павел. Знаете, когда я лично пережил любовь Иисуса Христа? Знаете ли, когато аз лично преживях любовта на Иисус Христос? Я в то время был, конечно, в очень страшном состоянии. По това время аз бях в много страшно състояние. Я уже много раз об этом рассказывал. Много пъти съм разказвал за това. Я был на грани самоубийства. Че бях на границата на самоубийството. У меня была полинаркомания, зависимость от наркотиков, от алкоголя. Аз бях зависим от наркотици и алкохол. И был на грани. Еще немножко, и моя жизнь... И бях на ръба. Още мъничко и моят живот щеше да свърши. И вы знаете, в один день в мою дверь постучалась одна женщина. И знаете ли, един ден на вратата ми почука една жена. И пригласила меня в церковь. И ме покани в църква. И в первый же день, когда я пришел в церковь. И първия ден, когато отидох на църква. Пастор подарил мне Библию. Пастора ми подари Библия. Пастор Ю Джозеф. Пастор Ю Джозеф. Миссионер из Южной Кореи. Миссионер от Южной Кореи. Я взял эту Библию и начал ее читать. Аз взех тази Библия и започнах да я чита. Ну вы знаете, у меня была тогда такая жажда. И знаете ли, имах тогава такава жажда. Что я практически сразу начал понимать Писание. Че практически веднага започнах да разбирам Писанието. Мы тогда познакомились с Наташей в церкви. Тогава се запознахме в църквата и с Наташа. С моей будущей женой. С моята бъдеща жена. Я уверовал в 91-м году, она уверовала в 92-м году. Аз повярвах в 91-м година, а тя повярва в 92-м. Миссионер из Южной Кореи проповедовал на корейском языке. Миссионерът от Южной Кореи проповядваше на корейский язык. Переводчик, который был не рожден свыше, переводил с корейского на русский язык. И преводачът, който беше... Человек не роден свыше, привеждаше от корейски и на русски. Она не была рождена в Южной Корее, и мы знаем, что корейцы с Южной Кореи и наши корейцы, советские корейцы, они сильно отличаются. Женщина была переводчица. Да, переводчица была... Тази жена, преводачката, не была родена в Южной Корее, а ние знаем, че хората родени в Южной Корее, и нашите корейцы, които са живяли и родени в Казахстан, се отличават много силно. Язык очень сильно отличается. Языка се различава много. Уже забыли какие-то слова совершенно другие. Вече сме забравили много от корейските думи. Думите вече са съвсем различни. И суть в том, что проповедник проповедовал и то, что переводилось... И всъщност въпросът е в това, че това, което проповедникът говореше и това, което превеждаха... Но это было совсем не то. Беше съвсем различно. Я думаю, что смысл иногда был просто обратный. Аз мисля, че смисълът често пъти беше напълно обратен. И нам переводят, например, из Евангелия. И нас, например, не превеждат от Евангелието. И мы читаем. И ние четем. И мы говорим, это что, правда, что ли, что он проповедует сейчас? И казваме, наистина ли той проповедва това? Что-то непонятно, что-то странно. Нечто не совсем разбираемо, странное. Все потому, что перевод был абсолютно искаженным. И това е защото преводът беше совсем искривен. И вы знаете, для нас это было большим благом. И знаете ли, за нас това беше голямо благо. Потому что мы брали Писание. Защото ние взимахме Писанието. И то, что проповедник проповедовал,
И това, което проповедникът проповядваше, мы начинали сами копать. Ние сами започвахме да го ровим, да го търсим. Сами проверять. Да го проверяваме. По параллельным местам. По параллельным места. По справочникам, по словарям. По справочнице, по речнице. Точно ли это так написано? Точно така ли е написано? Мы вообще ничего не поняли, что проповедник сегодня проповедовал. Ние нищо не разбираме какво проповядваше проповедник. Ну никакого смысла вообще, никакой логики. Нямаше никакъв смисъл, никаква логика. И мы копали, копали. И ние ровихме, ровихме. И Бог начал открываться нам. И Бог започна да ни се открива. И так мы начинали слышать голос Божий. И така започнахме да чуваме Божият глас. И знаете, ну у меня была тогда такая жажда. И знаете ли, аз имах такава жажда тогава. Мы тогда переживали первую любовь. Тогава преживяхме първата любов. Я сказал Богу так. И аз казах на Бога така. Господь, я даже готов на то, что я пойду за тобой, куда бы ты меня ни повел. Господи, аз съм готов да отида след теб, където и да ме поведеш. Я хочу отдать тебе свою жизнь. Искам да ти предам живота си. И я могу даже не жениться вообще. Аз мога даже и да не се женя. Я готов дать обед. Готов съм да дам обед. Готов оскопиться. Готов съм да се скупя. Как апостол Павел. Като апостол Павел. И в этот момент, я не знал об этом, мы потом с моей Наташей разговаривали. И в този момент, аз не знаех това, но после разговаряхме с Наташа. Наташа тоже получает такое откровение. Наташа също получала такого откровение. И дает Богу такой же обед. И дава на Бога същия обед. Господь, я готова идти за тобой на край земли. Господи, готова съм да отида след теб на край на земята. Посвящая тебе всю свою жизнь. Посвящавам целият си живот. И даже готова никогда не выходить замуж. И даже съм готова никога да не се омъжвам. И вот в этот момент мы встретились. И в този момент ние се срещнахме. Я помню, что мы ехали в маленьком автобусе вместе. Помня, че пътувахме заедно в един малък автобус. В маленькую церковь за городом. В една малка църква извън града. Мы там проводили служение, вместе пели в группе прославления. Ние там провеждахме служение, пеехме заедно в групата за прославление, за хваление. Когда я готов был дать обет Богу, тогава бях готов да дам обет на Бога. Господь показал мне на Наташу. Но Господ ми показа Наташа. И сказал, вот она. И ми каза, ето е, не. А Наташа в этот момент сказал, а вот он. А Наташа в този момент е казала, ето го него. И в один день мы получили оба откровения. В един ден ние заедно получихме откровение. Что мы станем мужем и женой. Че ще станем мъж и жена. Я думаю, это очень хороший принцип у Бога. Аз мисля, че това е много хубав принцип при Бога. Знаете, когда у двоих Иисус Христос стоит на первом месте, когато Иисус Христос стои на първо място, то этот брак очень прочный. То такъв брак е много здрав, много силен. Его уже ничем не разбить. Нищо не може да го разбие. Потому что он построен на ком? Защото той е построен на какво? Он построен на скале. Построен е на скала, которая есть Иисус Христос. Която е Иисус Христос. Аллилуйя. Давайте я прочту сегодня второе место. Дайте да ви прочита днес второто място. И я прочту как раз таки о высшей любви, к чему мы устремляемся. Аз ще ви прочита за висшата любов, към която ние се стремим. Ту любовь, которую пережил апостол Павел. Тази любов, която преживява апостол Павел. И это место написано в Евангелии от Иоанна. И това място е в Евангелие от Йоан. 15 глава. 7 стиха. 7 стих. И давайте мы вместе прочтем. Дайте заедно да прочтем. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Сие сказала я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша да будет совершенна. Сие и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И послушайте 13 стих. И чуйте 13 стих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И смотрите, Иисус Христос говорит, кто такие друзья. Видите, Иисус Христос сказва, кои са наши приятели.
Не все друзья. Не всички приятели. Не все друзья Иисус Христу. Не всички са приятели на Иисус Христос. Вот слова Иисус Христа. Это думите на Иисус Христос. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Аминь. То есть, кто такие друзья Иисуса Христа? То есть, кои са приятели на Иисус Христос? Друзья Иисуса Христа – это те, которые слушают его заповеди и исполняют. Приятели на Иисус Христос са тези, които слушают неговите заповеди и ги исполняват. Не те, которые слушают и забывают. А не тези, които слушают и забравят. А те, которые слушают и исполняют. А тези, които слушают и исполняют. Можешь сказать на это аминь? Можете ли да кажете на това аминь? И я прочту последнее место и буду заканчивать. И ще прочита последното място и свършвам. И это то же самое послание к филиппийцам. Това е посланието към филиппяни. Вторая глава. Вторая глава. С 5 стиха. От 5 стих. Вот мы часто произносим и исповедуем. Ибо у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Но мы не совсем понимаем, о каких чувствованиях идет речь. Не тук не разбираме совсем добре, за какви чувства става вопрос. Чувствование во Христе Иисусе. Какви чувства в Иисус Христос. Но здесь стоит двоеточие. В болгарской Библии стоит точка и запятая. Но тук в болгарской Библии има точка и запятая. То есть Библия дает нам расшифровку. То есть Библия-то не дала расшифровка. Давайте прочитаем. Дайте да прочитаем. Об этих чувствах. За тези чувства. Вот они. Эту ги. Он, кто он? Иисус Христос. Той, кой? Иисус Христос. Будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу. Иисус Христос равный Богу. Иисус Христос равен на Бога. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только присутствием моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но, смотрите, как апостол Павел пишет, если я и соделаюсь жертвою за жертву, и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Аминь. И смотрите, здесь Писание говорит о том, что Иисус Христос оставил. И видите, тут Писание говорит за то, какой Иисус Христос и оставил. Чуть-чуть раньше мы говорили, что апостол Павел оставил. Малку порану казахме, какво апостол Павел и казал, и оставил. Ради Иисуса Христа. Заради Иисус Христос. Ради познания Иисуса Христа. Заради познавания на Иисус Христос. Апостол Павел оставил все. Апостол Павел и оставил всичко. В этом месте, которое мы прочитали, говорится о том, что оставил Иисус Христос. Това место, което прочетохме, се говори за това, какво е оставил Иисус Христос. Я хочу вам сказать, что Иисус Христос тоже оставил все. Аз искам да ви кажа, че Иисус Христос също и оставил всичко. Но если соизмерять... Но ако се измерваме Иисуса и Савла, Иисус и Савел, то это несоизмеримые вещи. То това са несоизмерими неща. Потому что Христос оставил небеса. Защото Христос остави небесата. Христос оставил свое звание в Боге. Той остави своето звание Бог. Он был равным Богу. Той беше равен на Бога. Но уничижил себя. Но унижи себе си. Ради чего сделал это Иисус Христос? Заради какого го направи Иисус Христос? Ради кого? Заради кого? Скажи, ради меня. Кажи, за мен. Потому что так сильно возлюбил. За что тут кассионно убикна. Смотрит на твою душу, как на драгоценную жемчужину. Той гледа на твоята душа, като на скъпоценен камък. Продал все на небесах.
продаде всичко на небесата, чтобы выкупить для себя эту жемчужину. За да откупи, да купи за себе си не тази, не ценой този скъпоценен камък. Не ценой денег. Не с цената на пари. Не золотом и серебром. Не с злато и сребро. А ценой своей души. А с цената на своята душа. Нет больше любви. Няма по-голяма любов. Как если кто душу свою положит. От това някой да положи своята душа. За друзей своих. За своите приятели. И вы знаете, ничто не смогло остановить Иисуса Христа. И знаете ли, ничто не могло да спре Иисус Христос. Он был послушен, написано послушен. Написано, и той был послушен. Послушен своему отцу. Послушен на своя баща. И был верен даже до смерти. И беше верен даже и до смерти. И смерти крестной. И то смерть на кресте. Ни смерть, ни ад не смогли его остановить. Ни то смерть, ни то ада можаха да го приостановят. Так он любит тебя. Така той те обича. Так он любит меня. Така той обича мен. Скажи слава Иисусу. Кажи слава на Иисус. И вы знаете, здесь апостол Павел пишет, что... И знаете ли, тук апостол Павел пишет... Жертва за жертву. Че жертва за жертва. Не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос? Няма ли аз да достигна до Иисус, както и Той достигна до мен? Давайте мы сегодня проникнемся одной такой уникальной мыслью. Дайте да погледнем една такава уникална мисъл. Мы говорим сейчас об исторических фактах. Ние говорим сега за исторически факти. Исторический факт, что Иисус Христос жил на этой земле, правда? Исторический факт, что Иисус Христос и живял на тая земля. Это исторически доказанный факт. Това е исторически доказан факт. Есть уникальная книга «Неопровержимые свидетельства». Има една уникална книга «Неопровержимые свидетельства», доказательства. Исторически можно подтвердить о том, что Иисус Христос был убит. Исторически может быть подтвердено, что Иисус Христос был убит. Историки доказали о том, что он был распят. Историците са доказали, что он был распънат. И, наконец, при более чем 500 свидетелях он был вознесен и накрая, на небо. Пред повече от 500 свидетелей, то е вознесен на небето. Это является для нас фактом? Това явява ли се за нас факт? Иисус воистину воскрес. Иисус наистина воскресна. И вы знаете, если бы это была какая-то ложь, и знаете ли, това беше лъжа. Или какая-то фальсификация. Или някаква фалшификация. Даже в Евангелиях это написано. Даже в Евангелието е написано. Что фарисеи подкупили тех стражников, которые стояли при могиле. Че фарисеите подкупват стражите, които са стояли при гроба. Чтобы они сказали что? Да кажат какво? Чтобы они сказали, что ученики приходили и выкрали тело. Да кажат, че учениците са дошли и са откраднали тялото. И написано, что это распространилось. И е написано, че това се е разпространило. Вы знаете, что в Коране написано? Знаете ли какво пише в Корана? В Коране написано о том, что Иисус Христос на самом деле никогда не воскресал. В Корана пише, че Иисус Христос всъщност никога не е воскреснал. Его выкрали из могилы. Него са го откраднали от гроба. Его ученики. Неговите ученици. И тайно где-то захоронили. И тайно са го погребали някъде. Так говорит Коран. Така говори Корана. И мусульмане в это верят. И мусульманите вярват в това. Но мы верим в Евангелие. Но ние вярваме в Евангелието. И вы знаете, я скажу сегодня эту простую мысль. И знаете ли, днес ще ви кажа една простичка мисъл. Если бы Иисус Христос не воскрес, ако Иисус Христос не беше възкръснал, не было бы смысла за Него умирать. Нямаше да има смисъл да умират за Него. Такими страшными смертями. С такава страшна смърт. Какими были убиты практически все апостолы. С каквато бяха убиты практически всички, почти всички апостоли. Вы знаете о том, что все апостолы были убиты? Знаете ли, че всички апостоли бяха убиты? Зачем мне умирать за кого-то? За какво ми е на мен да умирам за някого? Если ты человек умер и не воскрес. Ако този човек не беше умрял и възкръснал. Если это человек не мессия, не спаситель, не Бог. Ако този човек не е мессия, спасителя, Бог. Знаете, одного из апостолов просто повесили вниз головой. Знаете ли, един от апостолите са го разпънали с главата надолу. И распилили его между ногами до головы. И са го отрязали между краката, чак до главата.
апостола Петра распяли вниз головой. А апостол Петр се го распънали с главата надолу. Апостола Павла убили как римского гражданина. Апостол Павел е бил убит като римский гражданин. Его пронзили мечом. Отрязали саму главата с меч. Знаете, всего лишь один из апостолов, который умер своей естественной смертью. Има само един апостол, който умира от естествена смърт. Кто этот апостол? Кой той? Это апостол Иоанн. Това е апостол Иоанн. Но вы знаете, его тоже несколько раз хотели убить. Но знаете, че него няколко пъти са искали да го убият. Исторические источники говорят о том, что его варили в котле с маслом. Исторические источники казват, че са го варили в котел с масло. Хотели бы вы, чтобы вас варили в котле с маслом? С раскаленным маслом? Искате ли да бъдете сварени в котел с вряло масло? За того, кто на самом деле не воскрес. За някой, който не е воскреснал? Я думаю, что само по себе отпадает, правда, да? Какие-то подозрения о том, что все апостолы умерли только потому, что они во что-то поверили, ну, тайно закопали, тело на самом деле выкрали, а потом просто, ну, вот, имитировали дальше христианство. Аз мисля, че това само по себе си говори за това, че апостолите са вярвали и съзнали, че това не е някаква имитация. Вы знаете ли, что делали апостолы? Знаете ли, какво са правили апостолите? Я скажу основную мысль сегодня. Аз ще кажа една такава основна мисъл днес. Апостолы пытались достичь... Апостолите се опитвали да достигнат... Иисуса Христа. Иисус Христос. Как Иисус Христос достиг их. Така както Иисус Христос е достигнал до тях. Иисус Христос умер за них... Иисус Христос умря за тях. И они желали умереть за Иисуса Христа. Желали. И те желаеха да умрят за Него. Это и в Евангелиях прописано. Това и в Евангелията е написано. Иисус Христос предсказал смерть апостола Петра. Иисус Христос предсказа смерта на апостола Петра. И написано, давая знать, какую смертью он прославит Господа. И е написано, че му е дал да знае с каква смърт той ще прослави Господа. Понимаете? Разбирате ли? Смертью можно прославить Господа. Со смерта может да быть прославен Господь. Жизнью можно прославить Господа. Со живота си можем да прославим Господа. Но я думаю, что очень доказательно, когда кто-то умирает за Христа. Но аз мисля, че е голямо доказателство за това, как някой умира за Христос. Я думаю, за Христа можно умереть только тогда, когда ты знаешь, что Он действительно воскрес. Аз мисля, че за Христос можешь да умреш, само ако действительно знаешь, че Той е воскреснал. Тогда эта смерть становится желанной. Тогава тази смърт става желана. Не напрасно. Не напрасно. Потому что если кто-то даже умирает, не имея любви. Защото ако някой умре, нямайки любов. Так говорит 13 глава Коринфянам. Така говорит 13 глава в послании к Коринфянам. В этом нет никакой пользы. В това няма никаква полза. Есть смысл, когда ты умираешь с большой любовью в своем сердце. Има смысл, когда ты умираешь с голяма любовь в своето сердце. Библия говорит, что это эпогей Божьей любви. Библията казва, че това е апогея на Божията любов. Нет больше любви. Няма по-голяма любов. Как если кто душу свою положит за друзей своих. Ако някой, освен ако някой не положи душата си за своите приятели. Сегодня я проповедую о бескомпромиссном пасхальном агнце. Днес аз проповядвах за безкомпромисното пасхално агне. Кто он? Кое е то? Конечно, это Иисус Христос. Разбира се, това е Иисус Христос. Но я хочу сказать, что бескомпромиссным пасхальным агнецем... Но аз искам да кажа, че безкомпромисното пасхално агне... Може стать каждый из нас. Може да стане всеки един от нас. Если примет решение. Ако вземе решение. Идти за Христом до конца. Да отиде след Христос до края. Я приведу сегодня последнюю мысль. И днес ще кажа последна мисъл. Вы знаете, что сегодня является фактом, доказательством того, что Иисус Христос Господь? Знаете ли, какво се явява днес факт, доказателство за това, че Иисус Христос е Господ? Вот его слова Иисус Христа. Ето думите на Иисус Христос. Вот меня этот мир ненавидит. Мен този свят ме ненавижда. Меня ненавидели и вас также будут ненавидеть. Мен ненавиждаха и вас също ще ненавиждат. Меня гнали и вас будут гнать. Мен гониха и вас ще гонят. Если бы вы были от мира, то мир любил бы вас. А ако вие бяхте от света,
то света ще ще да ви обича. Но так как вы не от мира, то мир ненавидит вас. Но тъй като вие не сте от света, то затова и света ви ненавижда. И вас будут гнать и всячески мучить и убивать за имя Мое. И вас ще ви гонят, всячески мъчат и убиват заради мен. Вы знаете, сегодня это доказательство. Знаете ли, днес това е доказателство. Я скажу эту мысль. Аз ще кажа тази мисъл. Если ты начнешь сегодня жить, ако започнеш днес да живееш, по Нагорной проповеди, според проповедта на планината, в которой нет ничего плохого, в която няма нищо лошо, в котором сокрыты невероятные святые слова, в която са скрити невероятно святи думи, если ты начнешь любить ненавидящих тебя, ако ти започнеш да обичаш ненавиждащите, благословлять проклинающих тебя, да благославиш проклинащите, всячески благотворить тем, кто гонит тебя, обижает тебя, всячески да правиш добро на този, който те гони и унижава, и благословлять тех, кто тебя проклинает, и да благославиш тези, които те проклинат, если ты будешь жить по заповедям Иисуса Христа, ако започнеш да живееш според заповедите на Иисус Христос, очень быстро тебя возненавидят. Много бързо ще те възненавидят. Такой лютой ненавистью. С такава люта ненавист. Что в конечном итоге тебя захотят убить. Че в крайна сметка ще искат да те убият. Вот это является фактом. Това се явява факт. Сегодня христианская вера по сей день является самой преследуемой верой на земле. И днес християнската вяра се явява най-преследваната вера по земята. Вот прямо сегодня погибают десятки, сотни тысяч христиан. Точно сега загиват десятки, стотици и хиляди християни. В Индии, в Китае. В Индия, Китай. В Северной Корее. В Северной Корее. И в Африке. И в Африка. В Южной Америке. В Южной Америке. Идут жестокие гонения на христиан. Идват жестокие гонения. И има жестоки гонения на християните. Почему? За что? Потому что они любят. Защото те обичат. Потому что они благословляют. Те благославят. Потому что они для кого-то как пушечное мясо. Защото за някого те са като пушечно месо. И кто-то их страшно ненавидит. И някой ги ненавижда страшно. И, конечно, в первую очередь их ненавидит кто? Сам сатана. И разбира се, на първо място ги ненавижда кой? Сам сатана. Слава нашему Богу. Слава на нашия Бог. Что Иисус Христос воскрес. Че Иисус Христос воскрес. И Он достиг наших сердец. И Той стигна до нашите сердца. Дай нам Бог также достигать и Его сердце. Да не даде Бог така и ние да достигнем, давайте, достигнем до Неговото сердце. Давайте мы коротко помолимся. Дайте кратко да се помолим. Спасибо тебе, Иисус. Благодаря ти, Иисусе. За то, что ты достиг моего сердца. За това, че ти стигна до моето сердце. И полюбил меня, когда я еще был грешником. И ме обикна още когато аз бях грешник. Твоя любовь, она владычествует во мне. Твоята любов владичества, владее в мен. Она изменила мою природу. Тя измени моята природа. Дала мне рождение свыше. Даде ми рождение свыше. Мы поверили в любовь. Не повярвахме в любовта. И уверовали в любовь. И повярвахме в любовта. И мы верим и водимся Божьей любовью. И вярваме и се водим от Божията любов. Дай нам также достигать. Дай ни също така да стигнем. Высшего звания на небесах. Висше звание на небесата. И дай нам рано или поздно. И дай ни рано или късно. Быть верными тебе. Да бъдем верни на теб. Если потребуется даже до смерти. И ако потрябва даже и до смърт. Дай нам прославить тебя не только своими жизнями. Дай не да те прославим не само со своя живот. Но если необходимо, даже своими смертями. Но ако е необходимо, даже и со своята смърт. Мы молились тебе с благодарностью. Ние те молим с благодарност. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. В името на нашия Господ Иисус Христос. Скажи аминь. Кажи аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Будьте благословенны! Бъдете благословенны!